Как мы договаривались ранее, я хотел бы с вами сегодня кратко обсудить ситуацию по ряду вопросов, которые беспокоят наших товаропроизводителей. Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер, во-первых, для защиты внутреннего рынка, и здесь же для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления, а в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них, это уже правоохранительные органы разбираются, некоторые из них просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Я не буду их называть, эти компании, но очень жаль, Владимир Васильевич, что это не от вас информация президенту поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам прежде всего, профсоюзам и депутатам, правительство мы из этого списка не исключаем, естественно, эти поручения, как минимум, не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом. Поэтому вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя – вопрос номер один. Мы производим, пусть наш рынок небольшой, но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства, но, тем не менее, есть большие вопросы и органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей. Следующая проблема – критический импорт. Что это такое в наших условиях, как обстоят дела, что необходимо сделать.